Здравствуй, дорогая, спасибо, что ты смотришь. Это видео я записываю специально, эксклюзивно для портала Boosty. Хореография «Мармелад». Приглашаю всех, кто еще не там, переходить и пробовать заниматься со мной на Boosty. Благодарю тех, кто уже там есть. Это видео для вас. Погнали! Сегодня стрип. Ссылка на хореографию будет. Погнали! Движение, я так иду чуть-чуть вперед, потом заношу себя назад, и как будто я как будто делаю и первое, просто подготовка, дальше будет назад, и это такое типа и ины, и бум, как и на это голова вниз, но не бойтесь, стояние вниз, головой в пол, вниз. Это типа лягушечки такой, ноги идут в стороны, голова с волной, ноги в стороны, смотрите. Голова вперед, а ноги открываются, бум. Я иду вперед волной, а ноги чуть-чуть торчат. Внимание. Сейчас и бум. Здесь звук. Треугольничком ноги сзади держать, стопы вместе. Очень резко. Бум. 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 Еще раз по поводу волны. Я набираю вперед. Держусь. Держусь, продавливаю грудь и ноги. Сейчас. И вуп. Вуп. Сейчас назад. Это должно быть внезапно. Вы как бы подготовились. И мощно. Есть звук. 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 И такой. Там такое есть. Звуки такие. Я на них типа кубик Рубик показываю. Просто обозначаю звуки. Корпус мне ничего не делает, только руки очень быстро. Это вот так. Начало 7, 8, вперед. И вниз. Звук. Та-та-та. Ну я чуть-чуть отсюда перешла, села. Ноги были вместе. Открыла на 45. Одна линия это параллельно зеркалу, вторая на 45. Это такое тоже стандартное такое построение. Примерно 45. Ну, чуть больше, наверное. Так, 90, где-то 60, ну, типа на 45 конца. Параллельно с залпом на вторая на 45. И вот такая поза получается выгодная. Начало 7, 8, сейчас. И бум. Звук. Та-та-та. Еще раз. 7, 8, вниз. И бум. Назад. И назад. Назад прыгаем. Не мучайтесь своей спины. Я знаю, что мы с вами все какие-то свою меру гибкие. Здесь вам не нужна большая гибкость спины. Здесь нужен прогиб в грудном отделе. Где-то вот здесь, с обратной стороны, нажимаете на точку. Плечи раскрываете. Вообще вот эти мышцы от скорбленной спины, от такого образа жизни, внутреннего и внешнего, вот так собираете себя, и эти мышцы постепенно как-то усыхают, засыхают, сокращаются, зарастают тиной. В целом вам нужно раскрыть плечи. Вот так вот ручки добавить назад. Раскрывать именно грудной, потому что спина, спиной я сама вам не похвастаюсь, а вот грудной отдел раскрыть мы можем все. Максимально вверх, попа сидит, и у вас такое вперед. Назад, вперед и пауза, вдох.
там много времени свободного, но успейте сделать себе. Иду. Сначала. 7, 8, себе. И вниз. Бум. Звук. Та-та-та. Назад. И стоп. Еще раз. Сейчас. И бум. Бум. Та-та-та-та. Назад. И пауза. И выход на дно. Хочу остановиться вот на этом еще раз, что я хочу услышать звук. Он такой резкий. Выстроить в голове порядок движений. Без музыки, без меня повторить движение, чтобы у вас не возникало сомнений, как, что, зачем повторять. Потом вы включаете музыку и углубляетесь, насколько это возможно, глубоко в звуки. В звуки, в изоляцию. Изоляция – это не то чтобы моя сильная сторона, но я ее обожаю. Я очень ее развиваю, очень ценю, очень люблю. Поэтому изоляция – это разделение одного движения от другого. Это когда все тело стоит, а вы делаете вот чик-чик. Все тело напряженное, оно держит в пространстве силуэт, а рука делает чик-чик. И вы это видите. Если шевелится что-то еще, изоляции нет, тогда фокус с руки смещается. Это изоляция. Вот. Такой маленький кусочек. Если хватило немножко информации, можете сейчас это соединять. Если готовы идти дальше, идем дальше медленно. Сильно напрячь. Стоп. Стоп. Сильно
тянуть колено в обратную сторону, сильно, напрячь, прижать. И